90-е. Время, когда у нас появилось все, о чем мы мечтали, и даже то, о чем мы не мечтали вовсе. Вы помните? Первые комиксы, диснеевские мультики, небывалая роскошь смотреть их на видеомагнитофоне. Обалденные игрушки, джипы на пультах управления, черепашки-ниндзя с пластмассовыми мечами, нунчаками, сделанные, разумеется, в Китае. Да, но во главе всего стояла, конечно же, она. Это 8-битная приставка Dendy, названная так в честь маленького серого слоненка, изображенного на ней. Слоненок Dendy – это символ всех 8-битных приставок в нашей стране, придуманный как торговая марка компании Stipler, единственной полулегальной фирмы, которая занималась поставками домашних игровых консолей и компьютерных игр в России. Вы только вдумайтесь, единственная компания, поставляющая в Россию игровые приставки, и это не оригинальные приставки Famicom, не даже Nintendo Entertainment System. О нет, это Dendy. В нашей великой стране России никто из геймеров от 7 до 18 лет и слыхом не слыхивал о том, что такое Famicom или NES. Мы играли в Dendy. Я уверен, многие пользователи мирового интернета знают такую известную фигуру в игровых кругах, как AVGN. Он же Angry Video Game Nerd по имени Джеймс Рольф. Этот человек рассказал людям всю горькую правду об игровой индустрии и о продуктах, которыми она вот уже 40 лет кормит игроков во всем мире. Но даже он себе не представляет, как эта самая индустрия коснулась страны, в которой живу я, и какими продуктами она кормила нас здесь. Этого серого слоненка мы запомним надолго. В самом начале 90-х, когда СССР уже не было, а России нет до сих пор, на наш рынок хлынуло бесчисленное множество западных товаров, и в их числе первые видеоприставки. С 1992 года поставками игровых видеоразвлечений в виде приставок и картриджей в нашей стране занималась компания Stipler, и в те времена наибольшим спросом пользовались 8-битные консоли типа Famicom. Конечно, сейчас мы с вами хорошо знаем, что Famicom – это японская видеоприставка, которая вышла в 1983 году, что у нее был даже собственный дисковод для игровых дисков, и что помимо Японии она успешно продавалась и в Америке под названием Nintendo Entertainment System, сокращенно NES. Но в 90-х слово Famicom в нашей стране не слышал никто, и уж тем более не догадывался о том, что именно так называется оригинальная японская 8-битная приставка, которую мы уже успешно осваивали. На вопрос, что означает NES, у нас бы скорее ответили, что это первые три буквы названия кофе Нескафе. Нам не досталось ни Фамикомов, ни NES-ов. Stipler подсунул нам замечательный тайваньский клон с оригинальным названием Dendy. Однако приставка Dendy – это была лишь вершина айсберга. Кроме нее можно было легко найти и купить один из десятков китайских клонов Фамикома. Лифа, Юфо, Лико, Сюбар, Фенга, Симбас, Битман, Бетэ. С кучей китайских иероглифов на коробках они стоили дешевле и отличались только дизайном, цветом и дополнительным картриджем в комплекте. Dendy же разделялась на два вида – Dendy Classic и Dendy Junior. Обе эти версии были самыми почетными и безоговорочно считались нашими геймерами самыми подлинными и оригинальными 8-битными приставками. Слово Dendy постепенно стало синонимом всех 8-битных игровых приставок в России. И если дети, которые мама и папа купили Лифу или Сюбар, хотели в них поиграть, они говорили: «Поиграем в Dendy!» Да, но мало было просто выбрать и купить одну из всех этих китайских приставок. В нее нужно было еще играть, и играть как минимум с удовольствием. А что нужно для того, чтобы поиграть с удовольствием?
Я думаю, приставка с парой джойстиков, какая-нибудь интересная игра и, конечно же, телевизор. И вроде бы больше ничего не надо, и все мы тогда так думали. Но купив вожделенную приставку и принеся ее домой, надеюсь, наконец просто сесть и поиграть перед телевизором, наш юный геймер сталкивался с такими проблемами, о которых ни в одной цивилизованной стране на момент середины 90-х годов не то чтобы не догадывались, но даже не могли поверить, что такое бывает. Потому что только в России... Карлсберг. С Ленгроком у нас напрягли. При виде этого агрегата многие из вас наверняка сочувственно покачали головой и вспомнили свое тяжелое детство. В 90-х годах больше чем в половине среднестатистических семей стояли вот такие огромные ламповые телевизоры. Типа Горизонт, Фотон, Кварц, Радуга и так далее. Это была гордость каждой семьи, на которую копили месяцами. У меня, например, был телевизор Фотон 736. И вот представьте, приходите вы домой с новенькой, только что купленной приставкой, распаковываете ее, начинаете подключать и... На этом месте вы понимаете, что подключить ее так не вариант. Но есть же еще один провод. Есть. Так, начинаем искать. Ага, вот оно. Настроили. Ну, теперь наконец-то поиграем. Я не понял. А где свет? Че за дела? Это игра черно-белая или приставка тупит? Телек же цветной, все каналы показывают в свете. What the fuck? Да как в это можно играть? Они же одинаковые! Блин! Ну а что делать? Придется играть. 8 лет я играл в Дэнди в черно-белом цвете. А знаете почему? Потому что долбанные советские модели ламповых телевизоров работали в устаревшей системе Синкам, в которой у нас 50 лет вещало телевидение. А все возможные игровые приставки, сделанные за пределами нашей великой родины, работали в системах PAL и NTSC. Но поскольку нам все везли из Китая, это был PAL. И вот они, помимо стандартного антенного RF-выхода, еще имели композитный выход AV. Только наши доблестные телек и композит вообще не понимали, а сигнал с антенного кабеля понимали через жопу, вследствие чего изображение становилось черно-белым. Для того, чтобы старый телек мог показывать сигнал с приставки в цвете, ему нужен был специальный декодер PAL-SIGCAM, за установку которого местные телемастера брали сумму в 3 раза превышающую стоимость самой приставки. И вот после того, как вы по полгода уламывали родителей купить вам приставку, купили ее, поиграли в черно-белой гамме и вскоре узнали от знакомых пацанов, что для игры в цвете вашему телеку нужен вот такой вот декодер, и вы сказали об этом родителям. Одним только взглядом ваш отец давал вам понять, что он никогда не потратит 2 месячные зарплаты на то, чтобы вы не просто могли играть в приставку, а играть в приставку в цветном изображении. А бывало даже, что вашим родителям однажды посчастливилось, и они купили какой-нибудь настоящий японский телевизор, типа Toshiba или Hitachi, который прекрасно понимал видеоизображение в системе PAL. После этого они со спокойной душой отдают вам для приставки старый Фотон,
и говорят, мол, играй теперь, сынок, сколько хочешь, телевизор теперь твой. Но если ты, блядь, только попробуешь включить свою приставку на нашем новеньком телевизоре, я сию же минуту возьму и отнесу ее на свалку, и больше ты ее не увидишь. Выбора, как видите, нет. Подобную агрессию и лютую боязнь подключения приставки к новому японскому телеку родители объясняли тем, что сигнал с приставки быстро и качественно сажает в кинескоп, с чем вы со своим запасом знаний в 10-летнем возрасте поспорить не могли. Кому вообще пришла в голову эта бредовая идея о том, что видеосигнал с приставки убивает кинескоп сильнее, чем обычный телевизионный сигнал? Они же абсолютно одинаковы. Разница только в том, что приставка выдает одновременно только 16 цветов. Ну и что? Видеомагнитофон, например, выдает 1000 раз больше цветов, однако нам почему-то никто не запрещал подключать его к телевизору. Так или иначе, большую половину детства я провел, играя в денди в черно-белых тонах, пока родители не сжалились и не подарили мне маленький телевизор LG. На тот момент мне было уже 14. Только в России раки могли испытать подобное счастье. Но неужели вы думаете, что игра на денди в черно-белом цвете была единственной проблемой? Конечно нет, это было только начало, проклятие серого слоненка еще только подбиралось. В одном из обзоров уже хорошо известного вам Джеймса Рольфа под названием «Аксессуары Nintendo» он поведал зрителям об огромной куче дерьма, выпускаемой компанией Nintendo для разнообразия игры 8-битной приставки. Кое-что шло в комплекте, кое-что продавалось отдельно. Большинство вещей из этой говёной кучи делали из американцев детишек и тинейджеров полных лохов! Привет Жене Кокуровскому. Да, но то, что могучий Китай Бабай подсовывал нам здесь, по сравнению с американскими аксессуарами, так это был просто полный пиздец. Вот, например, стандартная ситуация из 90-х. Приходит к вам друг со своей новенькой, можно сказать, только что из магазина, приставкой, и вы захотели во что-нибудь поиграть. Как истинные фаны драйвовых битэмапов, ваш первый выбор пал, естественно, на игру Battletoads. Нож не старт. Почему? Чё за нах? У тебя на втором джойстике нет кнопок Select и Start. Я забыл, уже здесь нет. Офигеть! И как нам теперь проиграть в Battletoads, если даже войти в игру не могу? Ну, Понтер, вытащи его, ставь свой, нажмем старт, ставишь обратно. Я бы с радостью, да они не вытаскиваются. Чё за хуйня? Сколько кучи навоза ты выкопал эту приставку? Ты в магазине, сделанная денди. Лицензионная? То есть мало того, что тут на втором джойстике нет кнопок Select и Start, из-за чего нам в Battletoads уже не поиграть, так эти ебаные джойстики еще не съемные. Какой долбоеб это придумал? Вот это натуральный кусок китайского дерьма. Вы только посмотрите, какому мудаку пришла в голову мысль впаять провода джойстика в саму приставку? Что они этим хотели сэкономить на разъемах? Ведь если джойстик сломается, а мы с вами хорошо наслышаны о недолговечности китайских геймпадов, то его уже нельзя просто снять и включить другой. Хотя вот тут вот есть один порт, вероятно, для пистолета. Может быть, можно в него включить джойстик? Сейчас посмотрим. О, ты глянь, работает. Но все равно первый-то джойстик не снимается. Если он убьется, как тогда быть? Геморроится с перепайкой проводов на плате приставки, вместо того, чтобы просто отключить из разъема нерабочий джой и включить новый одним движением руки. Самое удивительное во всем этом, что оказывается на ранних версиях японского Famicom тоже были впаяны в приставку джойстики, но компания Nintendo отказалась от этой фигни еще в середине 80-х, так как они иногда ломались и их надо было как-то менять. Но какого хрена через 10 лет в середине 90-х мы вынуждены были играть на этих тупых версиях приставок? Почему?
Да потому что китайцам было насрать, что пиратить, и они подсовывали нам всякий недоделанный мусор, выброшенный с рынка еще в 80-х. Что касается отсутствия на втором джойстике кнопок Select и Start, это отдельный разговор. Подобные джои встречались на каждой второй приставке типа Dendy Junior и полностью исключали возможность поиграть вдвоем в игры, которые требовали второго игрока нажатия Start для начала игры. Для какой цели это было сделано? Для того, чтобы вас обломать и насрать вам в душу, когда вы приходите к другу с целью поиграть в тот же Battletoads или Pro Am 2 и понимаете, что из этих тупых контроллеров это невозможно. Получается так, что выпускам подобных приставок они просто, считайте, нарочно наебнули вам на джойстик кнопкой Select и Start, а вы за это еще и заплатили. Ёбаные китайцы. Вы не поверите, но на ранних версиях Famicom и на втором джойстике тоже не было кнопок Select и Start. Но там вместо них были вмонтированы миниатюрные микрофоны, которые использовались в играх, поддерживающих голосовые эффекты. Но когда китайцы клонировали эти фамикомы, они выбросили микрофоны, а кнопки Select и Start добавить забыли. Так и получились эти долбанутые джойстики без двух кнопок. А знаете, что самое смешное? Что если раскрутить корпус второго джойстика и взглянуть на плату, вы увидите, что на самой плате контакты для кнопок Select и Start есть. То есть, они были предусмотрены производителями, но на корпусах джойстиков они просто забыли добавить пару дырок для этих кнопок. Кстати, сами джойстики китайско-тайваньско-гонконгского производства в 90-х были разные. Некоторые из них были не очень удобные, некоторые не очень долговечные, если не большинство. У джойстиков, спираченных у Фамикома, шнур выходил сбоку, что многим мешало удобно держать его в руках. Позднее уже выходили такие же джойстики, но уже с выводом шнура сверху. У приставки Dendy Classic джойстики были несколько другой формы, с круглой крестовиной, что тоже не всем нравилось. А вот геймпады большинства клонов Dendy были совершенно разные, начиная от копий Super Nintendo-ских джойстиков и заканчивая PlayStation-овскими. Я, например, играю джойстиком от приставки Leaf, где кнопки расположены вообще ромбически, как у SNES. Еще нифиговая проблема была в том, что у разных клонов 8-битных приставок были разные разъемы под джойстики, 15-штырьковые и 9-штырьковые. Последние это лишь как на приставке Sega. Однако, что объединяло все эти геймпады, так это то, что у них у всех стандартно были турбо-кнопки. И если кому-то вдруг посчастливилось увидеть оригинальный геймпад от Фамикома, его считали жалкой подделкой, потому что на нем не было турбо-кнопок. Но о недолговечности консольных комплектующих, как, впрочем, и самих консолей, говорить не хочется. Джойстики ломались постоянно, в большинстве случаев просто рвались кнопочные резинки или отрывались проводки из-за плохой пайки. Схемы тоже накрывались, но не часто. Блоки питания, они же адаптеры, горели один за другим, не успевая поработать и 3-4 часов. И порой грелись до такой степени, что корпус просто плавился на глазах. Лично я после пары таких выкидонов своих адаптеров стал использовать вместо них адаптер от Sega Mega Drive. И вот уже 7 или 8 лет спокойно играю и по 5, и по 6 часов. Что касается самих приставок, то тут дела обстоят ровно 50 на 50. Были такие, которые летели через месяц после покупки, или даже через полгода. А были такие, которые исправно работают и по сей день. Конечно, к последним чаще всего относятся приставки Dendy Classic или Dendy Junior. Это, как я уже говорил, самые продвинутые клоны. Другие китайцы типа Leaf или Kengi обычно долго не жили. Говоря о качестве китайских клонов, нельзя не помянуть об их совместимости с картриджами, поставляемыми нам теми же китайцами. Как ни странно, но совместимость большинства из них была очень высока, а совместимость приставок из разряда Dendy была и вовсе практически стопроцентная. Но дерьмо, как известно, случается, и даже среди приставок Dendy Junior попадались такие, которые совершенно не переносили одну из самых популярных нинтендовских игр. Принц Персии. Эту игру боготворили многие из фанатов 8-битных игр, в том числе и я. И мне очень повезло, так как из всех продававшихся у нас приставок Dendy Junior, мне попалась именно та, которая эту игру понимает вот так. Комментарии излишни. Любой картридж, любая копия игры вела себя именно так.
Но не только Принц Персии не хотел нормально работать на моей приставке. Всем известный код Феликс у меня почему-то работал чересчур тускло. Такой же косяк наблюдался и на игре Jungle Book. Ну что ж, я уже поведал вам о китайском говне в виде приставок. Теперь пора рассказать о том, во что мы играли в 90-х годах на этом самом говне. Это один из самых ярчайших и распространенных картриджей на денди в нашей стране. В то время как в Японии пользователи Famicom играли в оригинальные японские картриджи вроде таких, а в Европе и Америке любители NES играли в оригинальные картриджи вроде таких, мы в России играли в такие, в такие, в такие и даже в такие. Но начнем с первого. Итак, как я уже сказал, это один из самых распространенных типов картриджей на Денди у нас в стране в первой половине 90-х годов. В тот период, когда Sonic Dendy только начал завоевывать Россию, первые картриджи для 8-битной приставки были вот такими, в больших желтых корпусах с надписью TV Game Cartridge. На них на всех была эта фиговина типа заглушки, которая надевалась снизу и, видимо, защищала контакты от пыли. Это типа было вместо бокса с мануалом. Эта хрень была абсолютно бесполезна и очень часто терялась или выбрасывалась. Теперь плавно переходим к картинке. Что мы тут видим? Мы видим название Ninja Ryukenden, где над последней буквой висит римская цифра 3. И все это на фоне длинноволосого самурая, взятого из обложки игры Samurai Showdown на приставке Sega Genesis. И вот это яркий представитель большинства картриджей, продававшихся у нас в магазинах по всей стране под видом оригинального картриджа для приставки Dendy. Мы как бы все думали, что это лицензионный картридж Ninja Gaiden. Помимо этих больших желтых картриджей, у нас какое-то время ходили в продаже так называемые стиблеровские картриджи. Купить их можно было только в магазинах фирмы Dendy и нигде больше. Их особенно отличительной чертой была вот эта маленькая картонная коробочка с надписью «For Dendy», в которую был вложен сам картридж. И это как бы все, что отличалось стиблеровской картриджи от остальной китайской пиратчины, поскольку внутри мы видим типичный пиратский образец с кучей иероглифов на этикетке. Его единственное отличие заключалось только в наклейке на задней стороне, на которой красовался слоненок Dendy с указанием телефона компании Stipler. Как ни странно, но позже подобные экземпляры в народе даже станут коллекционными, так называемыми картриджами со слоном, и для кого-то они будут представлять определенную ценность. А что касается этих картонных коробочек, то их практический смысл заключался только лишь в том, чтобы глядя на них все говорили: «Смотрите, это самый крутой лицензионный картридж для Dendy, он же в коробке!» Чтобы ни у кого после этого не осталось никаких сомнений в том, что это абсолютная лицуха, даже несмотря на то, что там у нее под корпусом. А о качестве и долговечности этих корпусов для картриджей можно скромно промолчать. Но я не собираюсь молчать. Коробочки хоть и были весьма симпатичные, но ломались пипец как часто. Они трескались и шли здоровенными трещинами. Внутри постоянно отламывались крепления для плат и защелки самого корпуса. Они были такими хрупкими, что даже не могли выдержать слабого удара простым топором. И после всех этих бедствий, все, что вам оставалось, вот это. У каждого из наших юных геймеров таких плат было дохрена. У многих даже не меньше, чем картриджи в корпусах. Конечно, в ранних картриджах середины 90-х платы сами по себе были здоровыми, с кучей чипов и конденсаторов, и они были достаточно удобны для использования. Мы спокойно брали их, вставляли в приставку и играли как обычными картриджами. Но потом их стали делать все мельче и мельче и мельче. И вот как уже вот эту хуёвину нормально вставить и вытащить из приставки, это сущий кошмар. Система Ниппель. Только это и помогает. Но это же все полная жопа. Вы только посмотрите на американские картриджи. Это грабеж, и все сломается.
Обладателям таких картриджей в Европе и Америке наверняка вообще никогда не приходилось заниматься подобной чернёй. Да, Россия это тоже отчасти европейская страна, но у нас картриджи были сугубо китайскими, крошились постоянно. Так что для того, чтобы просто поиграть, нам приходилось всячески извращаться и тулить приставку. Вот эти херовины! Ну, рассмотрим теперь другой тип наших картриджей. Вот еще один образец, который поставлялся в комплекте с приставкой Leafa, одного из самых распространенных клонов у нас в России, помимо самой Денди. На этом картридже написано 9999 игр в одном. 9999 игр в одном! Да, обалдеть! Интересно, каких игр? Вот мы тут видим двух бравых парней из игры Contra. Contra это хорошо. Вот написано Super Fighter и узнаваемые бойцы из игры Street Fighter. Еще лучше. Еще четверо каких-то существ, напоминающих черепашек-ниндзя. А в нижнем ряду картинки из Battle City, Марио и космических захватчиков. Что ж, интригующе. Включаем картридж. Но даже не включая картридж, конечно, каждый, кто помнит 90-е, прекрасно знает, что там нет ни Контры, ни Стрит Файтера, ни Черепашек-ниндзя. И вообще, что там нет никаких 9999 игр. Здесь всего 6 простейших игр, типа Марио или Дак Ханта. А все 9999 пунктов в меню, это их бесконечные повторяющиеся вариации. Типа начало со 2-го, с 3-го, с 20-го или с 50-го уровня. По сути, это чистой воды наёбка. И вроде бы хрен с ней, но картриджей, подобных этому, в нашей стране были десятки тысяч. И на них на всех было написано 99 миллионов игр в одном. И ни хрена в них интересного не было, кроме 6-8 простейших игр. Я не понимаю, кому и зачем вообще пришла в голову идея делать подобные картриджи? Первое время, конечно, народ офигевал, типа, о, 100 тысяч игр в одном, нихера себе. Но потом, когда уже все поняли, что это лажа, никто их не покупал. А их все равно было больше, больше и больше. А картинки на картриджах, продававшихся у нас, просто поражали воображение. У китайцев, знаете ли, запихнуть на лейбл какой-нибудь игры картинку, спертую из какого-нибудь журнала или постера, было обычным делом. На ошибки в названиях игр им тоже было глубоко насрать. Вот, например, картридж семиигровка, который был у каждого пятого дендивца в нашей стране. Из семи названий игр здесь правильно написаны только три. Tailspin называется Tailspear. Snake Rattle and Roll здесь просто Snake 2. Я уверен, все, кому попадался этот картридж, думали, что это сиквел. И долгие годы мечтали найти и поиграть в игру Snake 1, но так и не нашли. Так вот, игра Sacross называется Set Cross. А последняя игра головоломка Magic Jewelry здесь называется просто Magic Block. Помимо этого, в меню выбора при запуске самого картриджа мы видим еще и ошибку в названии игры про черного плаща – Darkwing Duck. А вот еще четырехигровка из этой же серии. Тут вообще ни одна из четырех игр не названа правильно. Полюбуйтесь. Dragon, Marble, Captain и Duck Race. Перевожу. Dragon – это, видимо, по-китайски трог, игра про одноглазого монстра. Marble – это Marble Madness, игра, где нужно провести шарик по извилистому пути. Игра под названием Капитан вообще убивает на повал. Интересно, когда вы покупаете такой картридж, какую игру вы ожидаете увидеть под названием Капитан? Капитан Америка? Капитан Планет? Капитан Эд? Капитан Цубаса? Сколько на Nintendo есть этих капитанов? Так вот, в этом картридже под названием Капитан игра Капитан Скайхок. Но вы вряд ли бы смогли допереть до этого, руководствуясь названием Капитан. И наконец последнее, Duck Race, что в переводе звучит как утиная гонка. Я лично такую игру не знаю, но здесь вообще-то игра DuckTales. И каким образом они умудрились перепутать слова Race и Tales, я понятия не имею. Конечно, когда название игр вам ни о чем не говорят, вы инстинктивно смотрите на картинки на картридже. И пытаетесь соединить в уме все возможные варианты, пришедшие вам в голову после прочтения названия и увидев изображение, дабы просто понять, что здесь за игры. Но какого хуя для того, чтобы просто понять, какие в этом картридже игры, надо так напрягать мозги? На картридже должно быть коротко и ясно написано, какие в нем игры, как во всех цивилизованных странах. Но у нас опять все было через жопу, и вместо нормальных японских или европейских картриджей нам подсовывали вот это китайское говно с кучей иероглифов и ебанутыми названиями. На каждом третьем картридже обязательно встречались подобные ошибки в названиях. Дик Трейси был Дик Трейсом,
Индиана Джонс был Тиндианой Джонни, русалочку звали Мермайо, мировой чемпионат Найджела Мэнсела назывался мировым чемпионским кораблем Нагвиля Мансела, Робокоп 3 назывался Робокомп 4, Контра Контора, можно перечислять без конца. Но не только в названиях игр была путаница. Пытаясь всячески заинтересовать и привлечь простого русского обывателя, китайские отморозки придумали брать какие-нибудь левые игры и называть сиквелами ко всем известным. Сейчас мы с вами хорошо знаем, как выглядят настоящие оригинальные картриджи для Famicom или NES. А тогда, в 90-х, мы охеревали, когда в очередной раз, придя в магазин, на глаза попадался вот такой вот картридж. Вы только гляньте. Chippendale 3. Да, вы исходите слюной, тратите последние деньги, хватаете заветный картридж, вспоминая, насколько круты были первые две игры про Чипа и Дейла, и предвкушая крутость третьей части, вы неситесь домой. Вы включаете приставку, вставляете картридж, и уже знаете, что сейчас, вот сейчас, вы услышите эту незамысловатую музычку. Вы включаете игру и... Чё за нахер? Это что, Чип и Дейл? Я не понял. Вы играете за Чипа, который ходит, стреляет из пулемета и взрывает всякую срань гранатами посреди пустыни. Это... Ну... Чё это за хуйня? Чип и Дейл отправили во Вьетнам? Чё вообще творится? В первой игре Чип и Дейл кидались ящиками в гусениц. Во второй они делали то же самое. А в третьей два бурундука кидаются гранатами и прорывают тылы вьетконговцев. Если бы я был нёрдом, то на этом месте я бы сказал, о чём они думали. Но я не он, и потому скажу. Чё это за хуйня? А знаете, что изображено на обложке картриджа? Мужик с гранатой и пистолетом в военной форме, которому прилепили голову Файвола Мышкевича из мультфильма «Американская история». А рядом с ним стоит какой-то ковбой с пистолетом в руке, которому прилепили голову улыбающегося медведя. И все это на фоне танков и вертолетов под заголовком «Чип и Дейл 3». Какую траву они курили? Но это еще не все. Ведь помимо Чип и Дейла 3 был еще один великий сиквел не менее великой игры по мотивам еще одного очень великого диснеевского мультика. Вы думаете, я скажу DuckTales 2? Нифига! Это Черный Плащ 2. О, да! О сиквеле этой игры мечтали все поклонники 8-битных приставок. И все мы с вами были в восторге от игры Черный Плащ. И все мы с вами были разочарованы тем, что в игре так и не появился заклятый враг ЧП Антиплащ. Поэтому мы все ждали сиквела в надежде, что уж во второй части главным злодеем обязательно станет Антиплащ, и мы наконец с ним сразимся. Что ж, сиквел вышел. И вот он. Китайцы пидорасы. Примерно половина всех игр на Денди, доступных в продаже в нашей стране, назывались не так, как должны были. Китайские пиратские компании коверкали названия, как хотели. И, вероятно, делали это с чувством глубокого наслаждения, упиваясь от того, что бедные русские дети все равно никогда не увидят настоящих игр и оригинальных картриджей, не тронутых грязными желтыми ручками. И будут хавать и принимать за чистую монету любой кусок дерьма, который когда-то был оригинальной игрой, но они этого не узнают. Этот процесс искалечил многие человеческие судьбы своими искалеченными играми. Так, например, мега-хитовую игру Battletoads они с какого-то дуба назвали Battletoads 3, а ее сиквел Battletoads and Double Dragon они назвали Battletoads 2. Я с ранних лет играл в эти игры и думал, если есть Battletoads 2 и Battletoads 3, значит должна быть игра Battletoads 1. Я мечтал поиграть в первую часть Battletoads несколько лет. Я искал ее в магазинах и у своих друзей и знакомых.
И однажды мне посчастливилось. Я нашел картридж, на котором было написано просто «Battletoads». Следовательно, это должна была быть первая часть. Я принес картридж домой, но после включения оказалось, что это тот же самый «Battletoads 3». Моему разочарованию не было предела. Я, убитый такой наёбкой, снова продолжил искать первую часть. И представьте, каково мне было, когда позже я вычитал в одном журнале, что игра Battletoads 3 это, оказывается, и есть первая часть игры про трех лягушек. Просто долбанные китайские хакеры её ломанули и добавили возможность восстанавливать жизнь нажатием кнопок вверх старт. При этом они изуродовали начальные копирайты, после чего обозвали эту игру Battletoads 3. То есть я несколько лет искал игру, в которую все это время регулярно играл на своей приставке. Похожая история приключилась и со всем известной Contra Force от Konami. Первая Contra была одной из самых первых игр, в которые мы играли. Ее продолжение Super Contra, она же Super C, тоже было нам хорошо знакомо. И вот когда в Америке вышла Contra Force, наши доблестные китайцы, вместо того, чтобы дать нам нормально поиграть в ее нормальную версию, перехачили ее дальше некуда и назвали Super Contra 6, запихнув в игру вместо имеющихся персонажей бойцов из Street Fighter во главе с Рэмбо, при этом налепив на картридж обложку, спёртую из игры Contra Spirits, вышедшей в том же году на Super Nintendo. Все бы еще ничего, но приплели Street Fighter'сов, но приплели Рэмбо. Но какого лешего они назвали ее Contra 6? Почему хотя бы не 3? Так хоть как-то более-менее логично было бы после первых двух Contra. Но нет, они назвали ее 6, обрекая нас на бессмысленные поиски потерявшихся куда-то 3, 4, 5 частей Contra. А через какое-то время они вдруг одумались и все-таки привезли нам нормальную версию Contra Force. Только тем самым подлили еще больше масла в огонь. Потому что когда она появилась в магазинах, все подумали, что это одна из трех отсутствующих частей. Но позже выяснилось, что это та же самая Contra 6, только с другими персонажами. Так что одни считали Contra 6 переделанной вариацией Contra Force, другие считали Contra Force переделанной вариацией Contra 6. Но 3, 4 и 5 частей игры все равно никто не видел. Так что они так и остались таинственными потерянными частями Contra. Говоря о злых пиратских шутках с цифрками в названиях игр, нельзя не упомянуть о еще одной, пострадавшей от этого серии. Это картридж с игрой «Охотники за привидениями 3» на Денди. Вы можете перерыть весь сайт gamefax.com и все равно вы не найдете там этой игры. Потому что эта игра – миф, как и сам фильм «Охотники за привидениями 3». Но как ни странно, она у меня в руках, и я ее сейчас включил. Мы включаем игру, видим заставку Ghostbusters 3, и через пару секунд мы видим заставку Ghostbusters 2. Надо же! Две части фильма, один из которых до сих пор не снят, в одной игре. Вы думаете, здесь та же самая история, что и с игрой «Назад в будущее 2 и 3»? Не совсем. Давайте включим эту игру еще раз, только теперь сделаем вот так. О чудо! Игра «Охотники за привидениями 3» превратилась в игру «Охотники за привидениями 2». Но как же так? Обыкновенно. Начнем с того, что люди одной печально известной азиатской национальности взяли американскую игру «Охотники за привидениями», спиратили ее и выпустили у нас на своих пиратских картриджах под названием «Охотники за привидениями». Затем они взяли японскую игру «Охотники за привидениями 2 New», спиратили ее и выпустили под названием «Охотники за привидениями 2». А потом они узнали, что оказывается в Америке давно вышла другая игра под названием «Охотники за привидениями 2». Они взяли ее, спиратили, недолго думая прилепили к заставке цифру 3 и выпустили под названием «Охотники за привидениями 3». Таким образом, игра «Охотники за привидениями 2» стала «Охотниками за привидениями 3», а «Охотники за привидениями 2 New» стала «Охотниками за привидениями 2». Ну, играем мы в них, ни о чем не задумываясь. А через 10 лет появляется интернет, появляются эмуляторы. Мы идем скачивать все любимые игры и вдруг узнаем, что «Охотники за привидениями 3» вовсе не «Охотники за привидениями 3», а «Охотники за привидениями 2». «Охотники за привидениями 2» — это «Охотники за привидениями 2 New». Из всего этого следует, что «Охотники за привидениями 2 New» — это «Охотники за привидениями 3», только называются все равно 2. Да. После всей этой долбанутости я даже не желаю вспоминать о том, что у нас еще была игра Super Mario 16. Но вы знаете, как это не прискорбно, но то, что пираты брали оригинальные игры, хачили, переделывали,
порой даже до неузнаваемости, и распространяли на картриджах под бог знает какими названиями, это было еще не самое страшное. В конце концов, мы эти игры играли с удовольствием, потому что это все, что у нас было. И не осознавая того, что большинство наших игр это пиратские перехальченные подделки, иногда даже не похожие на свои оригинальные версии, все равно мы были счастливы, потому что игры работали нормально и проходили до конца без проблем. Но дерьмо, как вы знаете, да, случается. И вот какое дерьмо однажды приключилось со мной. Это игра «Черепашки-ниндзя 3», выпущенная компанией Konami. У нас в России она продавалась под маркой качества фирмы Dendy и считалась безусловной лицухой. Тысячи детей играли в нее взахлеб и мечтали пройти до конца, в том числе и я. После первых 7-8 попыток прохождения она оказалась нереально сложной. Всего 3 жизни, толпы солдат, где каждому нужно нести по 4 удара, при этом выполнение суперударов равносильно медленному самоубийству, и кое-как выручала только комбинация вниз Б. На боссов оставалось всего пара ударов, тут уже в ход шли суперудары, но в самый ответственный момент они не получались и вы тратили жизнь. Тут было ясно, что для полного прохождения нужны недели тренировок. И я сидел за этой игрой неделями и набирался опыта, с трудом проходя уровень за уровнем. И вот я добрался до технодрома. Сначала у меня уходили на это целые континью, но потом уже удавалось как-то сэкономить побольше жизней на боссов. Первый босс был прост, все что было нужно это бить его суперударом, когда он разгонялся для атаки. Надо было проделать это пару десятков раз и все дела. И вот появляется Шреддер. И начинается мясорубка. Он не давал мне покоя, где бы я ни находился и как бы ни действовал. Так что я сразу уяснил, единственный способ его победить, это атаковать суперударом и стараться отнимать у него ударов больше, чем он отнимал мне. И я пошел в разнос. Есть! Он забегал! Тебе не уйти! Еще немного! Ах ты ж! Че? Он перестал мигать? Быть не может! Так, замигал. Значит, осталось пара ударов. Пизда тебе. Чё за хуйня? Ты чё издеваешься? Давно уже должен был сдохнуть. Вы это видели? Этот мудак мигал 3 раза, а потом... Потом просто переставал мигать. Ему надоело, он помигал немножко, ему надоело, он перестал. Пизда тебе! Убью нахер!
Гандон! Бля! Да бля! Да ты не охуел! Сколько раз ты должен мигать? 10? Если это лицензионный картридж, то я носорог. А ведь больше ничего не было. Если вам хотелось пройти эту игру, вы садили за нее снова и снова. И рвали себе жопу, пытаясь выебать этого Шреддера. На что он пару раз издевательски помигал, вас убивал. Вы тратили на нем все свои континии безрезультатно. А знаете, что самое убийственное? Мы все думали, что это нормально и что так и должно быть. Потому что верили, что это лицензионный картридж, а стало быть правильный, раз был куплен в магазине фирмы Дэнди за нифиговую цену. Я чувствовал себя как при коммунизме, когда тебе дают что-то 3 раза обосранное и говорят, что это конфетка. А ты веришь этому и радуешься, потому что не видишь ничего другого. И вот так эгоистично. Закончилось. А, вы спрашиваете, почему в этой игре Шреддер не умирает? Да все, блять, просто. Вся хуйня в том, что игра Черепашка-ниндзя 3 одна из немногих, на которые компании-разработчики ставили защиту от копирования. И перед запуском она проверяла наличие в коде программы копирайтов в виде логотипа Konami. И если его вдруг не было, игра запускалась в разрывающем жопу до ебеней усложненном режиме, где солдатам и боссам было в несколько раз больше ударов. Ну а поскольку, блять, ебучие пираты обычно ломали и вырезали копирайты практически у всех спидженных ими игр, то и эта игра не стала исключением. Только они, вероятно, не знали, что в ней есть такая защита, и захуйнули на наш рынок усложненную непроходимую версию Черепашек 3. Но почему все-таки не убивается Шреддер? Этого я не знаю. Говорят, что его можно убить и слепить беспрерывно, но вы сами только что все видели. Куда нахуй еще беспрерывней? К сожалению, Черепашка-ниндзя 3 не единственная игра, поломанная китайцами. Вот игра Ninja Gaiden, а точнее европейская версия первого Гайдена под названием Shadow Warriors, спираченная ими же. Вы ничего странного не замечаете? По-моему, здесь должны висеть всякие фонарики, в которых должно быть оружие, жизнь и типа того. Куда нахрен делись все поверапы? О, вот один, надо же, наконец-то. Ну и что в нем? Звездочка? Нахер мне звездочка, если у меня на счетчике оружия 0? Ну где? Где эти иероглифы, которые пополняют дополнительное оружие? Где? Офигенно! Я дошел до босса, и за весь уровень мне дали одну вшивую звездочку, которую я даже ни разу использовать не могу. Ладно, этот идиот все равно легкий, я его и так забью. Блин, что за нах, а? Дайте мне, наконец, оружие! Дайте уже хоть что-нибудь! Ты, ну что это за поебень?
блядь. Ну чё за... О, надо же. Блин, ну дайте уже что-нибудь нормальное. Чё это? Охуенно! Один сраный фонарик на весь уровень, если его возьмешь, игра повиснет. Великолепно! Ну хрен с ним, не будем его брать. В пизду иди. Да ёб твою нахуй! Блин, опять без оружия. Ой. Конечно. Ни одного фонарика. Охренительно весело. Да еб... Пиздец. Они его еще выше запихнуть не могли? Да кого он там висит? Может, Балу прилетит на самолете? Блять, нахрена вообще было делать в игре дополнительное оружие, если его негде взять? Ну и чё тут? Иди ты нахер! Я взял эту хрень на втором уровне, и игра повисла. Ну интересно, блин, что это за хрень? Может, она что крутое даст? Если взять эту хрень, то игра зависает. Да как можно в это играть? Эта игра и так сложна до обезденения, так они еще не дают никакого оружия, никаких пауэрапов, никаких жизней. Кто бы это был, чтобы пройти ее в таком виде? Видеогеймер тоже пытался ее пройти. Если вы хотите узнать, насколько эта игра, блядь, сложна, можете посмотреть его обзор. Так ему там хотя бы оружие давали и жизнь иногда. А мы играли в это. Это все, что у нас было. Что эти мудоблядские гитарские пираты горели в аду? Но даже и это далеко не все, что нереально было пройти из-за вмешательства сами знаете кого. Многие из вас наверняка помнят классную нинтендовскую игру Shatterhand. И наверняка не могут забыть ее японскую версию Tokusei Rei Soul Brain, которую пираты окрестили Робокопом 3, обозвав настоящего Робокопа 3 Робокопом 4. Эта версия была примечательна не только тем, что в ней присутствовали анимированные сюжетные вставки, которые были вырезаны в американской версии, но и тем, что ее абсолютно невозможно было пройти из-за издевательского глюка на боссе второго уровня. Из-за этого глюка после первого уровня Area A какого-то хрена сразу включался уровень Area F, не давая даже возможности выбрать этап самому игроку. Экран выбора уровней банально не появляется. А когда вы его пройдете, в конце вам предстоит битва с боссом. После победы над боссом, вам опять предстоит битва с этим же боссом. А после победы над этим боссом, вам снова предстоит битва с ним. При этом после уничтожения каждого из них, вы видите надпись, что уровень Area F пройден. Но всякий раз вы опять должны долбить этого мудака снова и снова, до тех пор, пока это окончательно не выебет ваш мозг и вы не запульнете джойстиком в экран телевизора. Однако и это вам не поможет наконец выйти на следующий уровень, потому что следующий уровень не появится никогда. Потому что это кусок говна, который насилует вашу приставку и заставляет вас это наблюдать.
После просмотра и оценки всего этого шлака, возможно, некоторые из вас зададутся вопросом. А сделали ли пираты вообще хоть что-то хорошее? Представьте себе, они пытались и даже выпускали свои собственные игры. В этом отношении повезло тем, у кого дома была только 8-битная приставка, а 16-битные типа Sega или Super Nintendo были недоступны. В нашей стране таких было очень много, и как раз для них китайские пираты делали порты известных 16-битных игр для 8-битных систем. Ведь многое из того, что разрабатывалось на 16-битных консолях, не выходило на 8-битке, поэтому портов было много. Червяк Джим, Бургермен, Mortal Kombat, Toy Story, Король Лев, Паладин и многое другое. Некоторые из них были играбельны и даже проходимы. Некоторые были очень хороши для пиратских портов, например, Аладдин. А некоторые были просто отвратительны или непроходимы вовсе. Например, несмотря на неплохой перенос геймплея первого пиратского Бугермена, пройти его практически нереально из-за чрезмерной сложности последнего босса. Лично я сколько не долбался с ним, но так и не нашел способа уворачиваться от его ударов. Попытка исправить эту и некоторые другие ошибки и неточности стал второй порт Бугермен 2, в котором уже было большее разнообразие уровней в соответствии с оригинальной игрой. Однако общая механика управления была сделана через жопу, и удовольствия от игры не доставляло ни капли. Впрочем, все эти порты, хорошие и не очень, в свое время скрасили дни тем, у кого еще не было 16-битных приставок, и кто только мечтал их приобрести. В начале 90-х годов Россию вряд ли кто-то считал современной европейской страной или большим гигантом на мировой арене. После распада СССР в экономике был крах, а в стране бардак. Наверное, именно по этим причинам у нас так и не было своего собственного официального рынка видеоигр. И из-за этого российские игроки пострадали еще от одной детали видеоразвлечений. А вернее, от ее отсутствия. В 90-х годах в России не вышло практически ни одной игры на русском языке. В Японии игры выходили на японском языке, в Европе и Америке на английском. То, что для других было обычным делом, для нас было нифиговой роскошью. Официально игры на видеоприставки в России не выпускались, все везли из Китая и страны же с ним. Казалось бы, ну что-то такого, большинство игр простейшие, все и так понятно. Конечно, когда вы играете в игру без сюжета, типа Battle City, все понятно. А я, например, играл в Ниндзя Котов. И в Ниндзя Рюкен 2-3, будь он не ладен. Разработчики тратили нехило сил, времени и возможностей приставок, чтобы сделать в играх настоящий мультипликационный сюжет, благодаря которому игроки словно попадали бы в фильм и смотрели бы его изнутри, переживая все события. И так и было, черт возьми, но не у нас. Мы сидели перед телеком и не понимали ни хрена из того, что происходило в заставках между уровнями. Но на худой конец сюжетные вставки можно пропускать и играть себе спокойно, наплевав на сюжет. Но когда незнание языка полностью исключает возможность нормального прохождения игры, это кирдык. Вот яркий пример. Великолепная игра Technos River City Ransom. Но на японском языке она бесит. Заходите вы в любой магазин, когда у вас мало жизни, и думаете, что же мне купить? Так, что же купить? Вот это? Или может это? Ладно, съем вот это. Отлично, здоровье ни хера не прибавило. Ладно, если это... Или это... Ну ладно, это... Нет, лучше нижнее, оно хоть подороже стоит. Ну-ка... Ну? Один удар? Один вшивый удар? Прекрасно! А денег уже и нету. До свидания, заходите еще. Однако, как ни удивительно, но некоторые игры все же были переведены на русский язык, но в продаже их найти было практически нереально.
Так, например, игру «Принц Персии», о которой я уже рассказывал, в 1994 году перевела на русский язык и выпустила наша компания «Электроника», которая еще в советские годы, помимо того, что выпускала бытовую технику, тырила нинтендовские карманные видеоигры типа Nintendo Game & Watch и переделывала на русский лад, выпуская у нас под своим собственным лейблом. Я, например, был вообще в шоке, когда узнал, что наша игра «Ну погоди» была содрана с нинтендовского яйцелова. Помимо «Принца Персии», «Электроника» перевела еще несколько игр, как, например, «Русалочка», «Утиные истории» или «Контра». Но они были такими редкими, что их у нас видели лишь единицы, и до широких масс они не добрались. А в 21 веке, с появлением интернета, у нас появились умельцы, которые научились быстро и довольно неплохо переводить задампленные ромы для эмуляторов на русский язык. И эта проблема как-то отошла. А тогда, в 90-х, поиграть в того же «Черного плаща» или в «Чип и Дейла» на русском языке было практически несбыточной мечтой. Несмотря на то, что практически вся продукция, поставляемая в Россию фирмой «Стиплер», была пиратской, а соответственно нелегальной, она успешно и обширно рекламировалась в СМИ. Так, в августе 1993 года у нас начал выходить журнал «Видео Ас Дэнди», вначале целиком посвященный 8-битным играм, позже охватывающий уже все самые популярные игровые системы. А в сентябре 1994-го на отечественном телевидении появилась полурекламная телепередача «Дэнди. Новая реальность», в которой регулярно рекламировалась приставка «Дэнди» и картриджи для нее. Вначале передача транслировалась только в столичном регионе, а через несколько месяцев она перешла на центральное телевидение и на всю страну еженедельно рекламировала самые популярные видеоприставки «Дэнди», «Сега Мега Драйв», «Супер Нинтендо» и даже портативную игровую систему Game Boy. В этой передаче можно было легко увидеть все основные пиратские игры. Самые распространенные китайские картриджи, которыми под видом лицензии наводняла нашу страну компания Stipler. Chip & Dale 3, Robocop 3, Super Contra 6, Mario 16, Samari, Double Dragon 4. Все эти пиратские подделки на всю Россию открыто рекламировались центральным телевидением, как лицензионные картриджи для приставки Dendy. I'm dead fucking serious. Помнится, в одном из видео ОВГН Джеймс Рольф демонстрировал свою огромную коллекцию картриджей для приставки NES. И как-то обратил внимание на пару фамикомовских картриджей, затесавшихся в кадр. Среди них он нашел и показал пиратский картридж DuckTales. Еще при этом офигевал, мол, какого хрена на картридже изображена обычная утка посреди леса и пруда под заголовком DuckTales. Так вот, Джеймс, представь себе, но в 95-м году в нашей стране на центральном телевидении ведущий программы «Дэнди. Новая реальность» рекламирует этот самый картридж на всю мать ее Россию. То есть сказки от уток или утиные истории, как мы привыкли называть их, по одноименному мультфильму. Ну а это «Утиные истории», DuckTales. Приключения довольно пожилого молодого человека по фамилии Скрудж МакДак. Одноименный тремя племянниками, он все-таки находит время для разнообразных старческих забав, как то поиски сокровищ, спасение вышеупомянутых племянников из страшного плена и тому подобное. Так что, Джеймс, не беспокойся, это настоящий лицензионный картридж для приставки Dendy, сделанный в Китае. Причем самое интересное, что сама игра вышла еще в конце 89 года, а у нас ее показали по ТВ только в 95-м, когда Nintendo уже официально свернула производство 8-битных приставок и картриджей. Кстати, мало кто знает, но фирма Stipler в ноябре 94 года даже заключала настоящий договор с компанией Nintendo о получении эксклюзивных прав на распространение в России их новой приставки Super Nintendo. Условием для этого было то, что Stipler обещает никоим образом не способствовать распространению продукции Sega, то есть обязуется не продавать в России приставки и картриджи для Sega Mega Drive. Это было в ноябре. И тогда действительно, приставка Sega и игры для нее резко исчезли с программы Dendy «Новая реальность» и журнала «Video Ас Dendy», а на ТВ тут и там стала мелькать реклама приставки Super Nintendo.
Ты хочешь управлять миром? Твоим миром, в котором каждая секунда — это борьба и скорость. В твоих руках самое совершенное оружие. Уже сегодня в магазинах Денди по всей стране совершенная игровая система. Супер Нинтендо. Только запрет на Сегу продлился не несколько лет, как того ожидала Нинтендо, а всего 2 месяца. И в январе 95-го в телепередаче, а затем и в журнале, вновь появились рассказы о новых сеговских играх. Ну а чего? Лицензию на Супер Нинтендо получили? Получили. А остальное похеру. Ведь Стиблер все равно сеговскую продукцию покупал у китайских производителей, а не у компании Sega. Так что договор с Nintendo, в принципе, не пострадал. Кстати, в 95-м году сам Стиблер реорганизовался и превратился в компанию Dendy. После чего наконец начал закупать у Nintendo и поставлять в Россию настоящие японские приставки и картриджи. В основном 16-битная Super Nintendo. Только при переводе на российские рубли эти самые лицензионные игры стоили так невъебенно дорого, что стояли на прилавках магазинов месяцами. Помимо приставок Dendy, Sega Mega Drive и Super Nintendo, в середине 90-х в наших магазинах еще можно было купить настоящий нинтендовский Game Boy. Только если в Японии и Америке он вышел в 89-м году, а в Европе в 90-м, то до нас он кое-как добрался только через 5 лет после этого. И надо сказать, мало кому был нужен, так как стоил дорого, батарейки хавал очень быстро, да и картриджи к нему постоянно нужны были. У нас на момент выхода Game Boy уже была своя портативная игровая система, которая картриджи не требовала, батарейки расходовала не так шустро и изначально имела в себе уже несколько игр, благодаря чему играть мне можно было хоть сутками и нифига не надоедало. Вот, это Tetris, или говоря официально, Brick Game. В этой штуковине у китайского производства было всего 5-6 игр, типа Арканоида или Змеи, во главе которых стояла наша великая игра Tetris. Она требовала всего пару пальчиковых батареек и за неделю превращала нас в задротов, набивающих очки на этом маленьком экранчике сутки напролет. И вот после пары лет игры в эту фиговину, когда вдруг у нас вышел Game Boy, все подумали, что это какой-то голимый клон Тетриса, только стоил дороже, чем приставка Dendy, и вдобавок требовал батареек и картриджи. Ясное дело, что эта хрень оказалась никому не нужна, когда дома у всех и так были приставки Dendy и карманные Тетрисы. Так что Game Boy отстой, берите Тетрис с собой. Вот скажите мне, сейчас, когда вы играете в какую-либо игру на NES и доходите до места, где не знаете, что дальше делать или вообще чего-то не понимаете, что вы делаете? Скорее всего, лезете в интернет на какой-нибудь игровой сайт или форум и ищете ответ на свой вопрос. А тогда в 90-х интернетом еще и не пахло. И если наши 8-битники... 8-битники. Звучит как 8-летние битники. Застревали в какой-нибудь игре, все, на что они могли надеяться, это игровой журнал Video As Dendy. Но и там не всегда можно было найти полезные советы по прохождению игр. На последних страницах журнала публиковалась рубрика «Нет проблем», куда наши геймеры писали письма и делились своими находками и секретами. Но рубрика занимала всего пару страниц, а вопросов у игроков по всей России были тысячи. Поэтому вскоре в продаже у нас появились специальные книги, от корки до корки, набитые кодами, секретами и паролями для дендиских игр. Казалось бы, наконец-то, великолепная вещь, столь нужная игрокам. Поцелуйте меня в зад. Вот у меня есть такая книжка, Dendy, подсказки, секреты, пароли. Что ж, посмотрим. Как вы думаете, сколько на NES игр про Бэтмена? Мы знаем Бэтмен, Бэтмен возвращается и Бэтмен возвращение Джокера. Стало быть, 3. Смотрим в книге. Бэтмен и Флэш, Бэтмен Форевер, Бэтмен Return of the Joker, Бэтмен, Бэтмен 2, Бэтмен 4 и, наконец, Бэтмен Returns. 7 Бэтменов. Откуда они столько взяли? Начнем с того, что Batman и Flash — это пиратский хак игры Monsters in My Pocket. Вы думали, пиратские игры в официальной книжке не упоминаются? Вы ошибались. Batman Forever — это игра на Sega, на Super Nintendo, на NES вообще не существует. Так каким хуем она тут оказалась?
Бэтмен 2 и Бэтмен 4. Что это вообще за игры? Если под Бэтменом 2 имеется в виду Бэтмен Возвращение Джокера, так как хронологически на NES она вышла второй, то почему их не объединили? Хотя постойте. А пароли-то там одни и те же? И нахрен было писать одни и те же пароли два раза? Пипец. Стоп. Под Бэтменом 4 снова эти же пароли. Они три раза написали одни и те же пароли под тремя разными названиями. Давайте чем-нибудь другое посмотрим. Life Force, Match Rider, Little Nemo, Little Samson, Mario 2, Mario's Time Machine. На Денди. Ninja Ryuken 4, Ninja Dragon Sword, Ninja Garden. Охренеть. Садовый ниндзя на Денди есть. Вот, Черепашка-ниндзя 2. Посмотрим, что здесь. Перед демонстрационным роликом на экране заставки нажмите вверх, вниз, слева, право, АБ, АБ, селект. Игра за Сплинтера? В рот мне ноги! В Черепашках 2 можно играть за Сплинтера! Охренеть, сейчас заценим! Так, значит, на экране заставки нажмите вверх, вниз, слева, право, АБ, АБ, селект. Ладно, еще раз. Так. Вверх, вниз, слева, право, АБ, АБ, селект. Блин, этот код не работает! Че за наебка? Ладно, посмотрим, что там еще есть. Так, автоматический выбор оружия. В режиме выбора игроков нажми вниз и селект. После каждой гибели твоего героя будет включаться рекомендуемое оружие. Рекомендуемое оружие? Но эти черепашек только одно оружие, разве нет? Ладно, попробуем. Вниз и селект. Что за параша? Ни хера ничего не изменилось. Опять наебали? Что за уроды это придумали? Ладно, последний шанс. Так, вот еще один секрет. Разные виды телепортации. Чтобы сменить этап, на котором ты играешь, одновременно нажми на центр крестовины и на селект. И что, я типа перемещусь на другой уровень? Ладно. Ну, допустим. Ну? Ну? Ну, давай! Не башит! Блин, какой мудак составлял эти пароли? Откуда он вызвал все эти комбинации? Они нихуя не работают. С чего он взял, что тут можно играть за Сплинтера? Вы видели когда-нибудь, что в этой игре можно было играть за Сплинтера? То есть на пятом уровне вам придется спасать Сплинтером самого себя? Это дрочь! Кто нахер составлял эту книгу? Чё? Проверено профессионалами? Да, вот такие дела.
Такие вот дела устроил нам этот маленький серый слоненок здесь в 90-е. Хотя не только он. Прежде всего, наша упадочная экономика, рухнувшая в момент развала СССР, из-за которой подавляющее большинство жителей Новой России только и могли позволить себе что дешевые китайские приставки, да и то с натягом. Спрос большой, а денег нет. Когда в 95-м году у нас появилась лицензионная Super Nintendo, которая стоила как 2 месячные зарплаты моих родителей, понятно, что ее мало кто покупал, несмотря на огромное обилие рекламы на ТВ и в СМИ. Люди просто хотели играть, и играли, хоть и через жопу, зато дешево. Стоит ли говорить о других, более поздних консолях, которые во всем мире выходили уже тогда, в середине 90-х, а у нас появились только лет через 6, как, например, первая Sony PlayStation, ставшая бумом в начале 2000-х. Впрочем, это уже совсем другая история. А слоненку Дэнди я благодарен. Да, хоть рвите мне жопу, но благодарен. Эта маленькая серая скотина хоть и пичкала нас говном, но все же давала играть в великие нинтендовские игры, ставшие хитами всех времен и народов. Играли в черно-белом цвете, с нереальными глюками, с перехаченной графикой, с постоянно ломающимися джойстиками, приставками, горящими адаптерами, с нерабочими читами, с неубиваемым шредером и без кнопок селект и старт, но играли! Вот в чем сила Дэнди, и вот в чем его проклятие. Несмотря на все это дерьмо, мы играли. И с этим не поспоришь.